тот случай, когда дел не в проворот, монтажа на 3 дня, а надо закончить сегодня, а ребенок приходит из садика и говорит: ну, мам, ну, пожалуйста, давай попускаем мыльные пузыри на площадке. И как с этим быть? Как со всем управляться? А? Наш Супермен. Любимый костюм надела. Как всегда, все в синем. Хоть запокупайся ей платье. Ну что ж, хочу затронуть такую тему, как половое воспитание в Корее. Недавно просто увидела ролик у одного корейского блогера на эту тему и задумалась. Задумалась о том, что я с ним не совсем согласна. У меня немного другой опыт и взгляд на эту проблему. Как вы знаете, моя младшая дочь Ангелинка играет исключительно в мальчиковые игрушки, любит синий цвет в одежде, в общем, и ведет себя и выглядит совсем не как девочка. Сталкиваюсь ли я с каким-то непониманием или осуждением здесь, в Корее, со стороны каких-то знакомых, друзей, воспитателей в садике и так далее? Очевидно же, что нет. Никому даже в голову не придет задаться вопросом: а что с этим ребенком? Или: да родители психи, зачем они из девочки делают мальчика? Молодые корейские родители достаточно современные и продвинутые в этом вопросе. Как многим известно, процентный уровень людей с высшим образованием в Корее один из самых высоких в мире. Наивно полагать, что образованные люди будут мыслить стереотипами и иметь какие-то, не знаю, допотопные предрассудки. По крайней мере, мне такие динозавры пока не встречались ни разу. Что касается садика, как там выглядит ситуация? Скажу одно, никто не перекраивает ребенка. Если хочет играть в машинки, никто не додумается сунуть куклу и сказать: ну ты же девочка, играй в куклу. А детей воспитывают свободными в выборе. Еще хочу отметить такую интересную вещь. Корейских детей в садике и вообще в жизни не учат такому, как, знаете, в России мы привыкли, типа, девочек обижать нельзя, они слабые, мальчикам плакать нельзя, они сильные, мальчик должен ухаживать за девочкой, дарить цветы на 8 марта и так далее и тому подобное. Нет этого как факта. Вот я вам точно говорю, это я вам гарантирую. Обижать нельзя одинаково как мальчика, так и девочку. Плакать можно всем, если грустно и обидно. Почему бы и нет? Помогать, там, уступать, поддерживать нужно друзей вне зависимости от половой принадлежности. Лично меня такое воспитание устраивает. Я солидарна скорее с европейской системой воспитания. Помните, я показывала учебники Софии, предмет социология, по-моему. Так вот, там тоже раздел был посвящен гендерному неравенству и стереотипам, связанным с этим. Там говорилось, что мужчина может стать поваром, медсестрой и так далее, а женщина может стать летчиком, футболистом и прочее. Каждый вправе заниматься тем, что ему нравится, а не тем, чем положено, в кавычках, да, заниматься. И это совсем не новомодное течение последних лет. Я помню, когда София была маленькая, еще ей было, наверное, лет 5, то есть почти 8, да, лет назад, был в садике у нее в группе мальчик, который очень любил плести себе хвостики и цеплять разные красивые заколки. У него были длинные волосы, он не давал родителям их подстричь. Так и водили они его в садик в таком виде. И что вы думаете, это производило на кого-то впечатление? Да, только на меня. Я одна пребывала в недоумении. Как же так? Зачем родители такое позволяют? Почему не препятствуют? Почему никто из окружающих никак не реагирует? Они что, все больные?
Ну, слава богу, время прошло, и я поняла, насколько недалекой была тогда. В общем, это была альтернативная точка зрения, иной опыт. В Корее все люди разные, старшее поколение более консервативно в таких вопросах, особенно провинциальное, так как столичные старушки фору дадут еще любому подростку. Как ни крути, при всем своем уважении к традициям, корейское общество довольно быстро меняется. Хорошо это или плохо, не нам судить, это неизбежно. Как всегда, призываю вас к тактичности в комментариях. Всех люблю, всем пока!